Салют, друзья, с вами Татар Гейм. Мы продолжаем нашу рубрику «Жирный аккаунт». Игрок под ником Askit85 нам решил продемонстрировать свой аккаунт. В принципе, довольно-таки неплохой, да, по его заявлению, 45 тысяч он влил в игру. В принципе, я ему верю, потому что он мне скидывал скрины, да, с Google Play. Ну, поехали, да. Такие вот, короче, у нас полуавтоматические винтовочки. Ну, тут достаточно такой, я насколько понимаю, стандартный набор. Это где-то можно было выбить, где-то можно было получить. В принципе. Вот калашки уже, да, сладкая вечеринка такие. В принципе, намного уже интереснее, да, нежели полуавтоматические. Эти автомат сверхпрочность. Такой, по-моему, где-то в ящике можно выбить, если я не ошибаюсь. Кровавый медведь у меня есть, я его, по-моему, выбивал просто в обычном ящике. По-моему, за монеты можно выбить. Так, ну, здесь понятно. Дальше у нас QBZ-шки, черный лед. Вот это хорошая пушка, мне нравится. Так, медовый крит, смотрите прям. Так от него и тащит, да, медом. Так, это у нас QBZ-шка, предупреждение. Вот это покрасивее, чем предупреждение, да, темные воды. Кстати, уже видели, да, по-моему, на чьем-то аккаунте мы такую QBZ-шку. Тоже, в принципе, достойный вариант, в принципе, побегать, чего нет. Вот, поэтому он мне скидывал скрины оплаты Google Play, да, именно Last Island of Survival. Вот это уже нормально, да, Ангел Авроры. Ух, винтовка М4, вот это мне очень нравится. Где бы ее еще взять? Ну, вряд ли я уже где-то ее получу, возьму. Так, это медовый крит. Это, видимо, там и АКМ был тоже. Это, походу, может, с какого-то боевого пропуска. Кто знает, в общем, пишите в этом, в комментариях. Так, ну, это у нас винтовочки, да, по М4. Хорошие пушечки. Так, ну, по пестикам тут, скорее всего, биокрит. Коррозия. Так, нет, такого мы не видели точно. Это фарфор. Это тоже, по-моему, стандартный вариант. У всех есть. Ну, вот это вот биокоррозия, ничего. Ну, с ревиками кто бегает? Так, ядерный элемент у нас. Полуавтоматический пистолет. Мы уже тоже такой наблюдали где-то в чьем-то аккаунте. Сейчас посмотрим. Мне кажется, где-то здесь должен быть жир. СМГ. Желтая тревога. Так, это мы, в принципе, тоже наблюдали. Но довольно-таки неплохой вариант. Но мне временную только, по-моему, давали такое. Если я не ошибаюсь. Я вполне могу ошибаться. Так, ну СМГ-шечки, да, тоже такой наборчик. Средненький, я бы так сказал. Так, это у нас Фамосы, да. Владыка смерти. Вот это хороший, да. То есть мы... По-моему, в прошлом, где за 11 тысяч у нас аккаунт. О, ночной карнавал, смотрите. Вот это уже, конечно, да. Так, вот это ледяной у нас, да, черный лед. Опять же, да, это, походу, серия была каких-то оружий. Скорее всего, это, может, даже ящик был, да, какой-то. Кто подскажет, напишет, молодцы. Так, новая эра была. Теперь сшиватель. Такой, конечно. Ну, это вообще, по-моему, стоковый. Вот страж и стоковый, они, по-моему, одинаковые. Мне что-то так кажется. Так, ну это у нас по Фамосам, да? Ну вот новая эра, да, и вот ледяной, и там еще какой-то, да, такой красненький. О-о-о-о, узики, смотрите, вообще. Пасхальное яйцо. Но я так понимаю, это где-то, наверное, был какой-то эвент, да? Пасхальными яйцами. И, скорее всего, он там... А, узики все, да, у нас? Так, снайперская винтовка К-31. Зона радости. Неплохо, неплохо. Егерь. Егерь мы уже видели. По М24. Ледяное искусство. Вот это симпотный, да? Симпотненький такой. Так, ну опять же, да, черный лед... у него, походу, вся серия, да, этого черного льда, я так понял. Уже есть QBZ-шка, есть что-то там еще было. Джаз. Но, опять же, да, пушка с изолентой у всех, по-моему, должна быть, потому что давали в прошлом сезоне.
боевого пропуска, опять же, если я не ошибаюсь, ребят. Вот это да. Вот такую по... А, не, я, по-моему, не такую вымел. Фиолетовый сон. Тоже хороший, да? Вот это так себе. Вот этот вариант, конечно, стоковый, реально стоковый. Так, вот эти вот, да, у нас. Дробовик сражения. Я, кстати, да, вот недавно вот такую вот что-то похожее выбивал. Ну, не зеленый, не вот этот. Сейчас посмотрим, может, у нашего Аскита есть тоже такой похожий. Уф. Слушайте, вот такой бы скинчик, да, на какую-нибудь винтовочку, да, там М4, либо на калашик, куда удачнее бы смотрелось, блин, чем на этом дробаше. Но разрыватель властителя прям даже ничего. Так, ну что, по РПГшечкам, да, это лютая у нас базука, панцирь. Ну, ничего, если честно, такого. Вот это вот у нас уже пошел, да, черный лед. Опять же, из серии черный лед. Походу, где-то какой-то либо ящик был целый с этими оружиями. Вот это да. Вот, кстати, мало, да, по-моему, у кого есть вот такая вот штука. Очень мне нравится вот это вот дух-властитель. Лютая базука прям вообще очень симпатично смотрится на самом деле. Так, ну что, в принципе, у него, скорее всего... А, ну по холодному оружию пройдемся. Битка. Вот это симпотная. Вот следующая, да, тоже ничего желтенькая. Уф, вот такой я еще, по-моему, не видел. Вот это да, посимпотнее. Ну, это мы уже видели, но это тоже крутая штука. Реально, вот как это, блин. Посох Гэндальфа, блин. Кто смотрел, короче, «Властелин колец», тот поймет. Так, ну это обычно. Я такие в ящике выбивал, у меня тоже есть. Но вот эти вот два варианта, три даже, да, у меня, конечно, нет. Вау. Пламенный повар, ребята. Уф. Знаете, такой клинок из ада, короче. Он из лавы, он еще даже не остыл еще. Так, ну кошмар мертвеца. Мы тоже видели, тоже симпатичный скинчик. Ангельский свет. Тоже классный, по-моему, из серии, да, вот этих ножей кухонных. Вот этот самый топчик, да, он прям выглядит просто свирепо. Так, темная чешуя. Ну, у меня тоже есть, по-моему, надо посмотреть. Вот такой у меня тоже есть. Но это уже такие, да, стандартные, с ящика можно выбить. Это уже как бы ничего такого, но вот там вот три варианта, конечно, просто это что-то с чем-то. Вот это, да, блин. Такой мы еще не видели, кстати, ребят. Кто видел, напишите плюсик. Так, 10 царей. Было дело. Но тоже симпатичный, да, он такой. Это пряник, да, это походу, это нереальный, да, тесак, это просто пряничек, его можно съесть. Так, грезы Сакуры. Где-то я такое видел, но, опять же, это не на чьем-то аккаунте, я не помню, в общем, что это, где я видел. Вот это, да, тесак, вождь волков, тоже серии, да, там и костюм волков. О, вы видели? Вот это тесак, ребят, вот это, да, нормальный вариант. Счастливые нравы. Вот это сильно. Ух ты. Новая эра. Тоже симпатичный. Слушайте, а здесь, в принципе, есть достойные на самом деле варианты, да, скинов на оружие очень даже. Так, ну это просто, да, какой-то ловец. На самом деле, да, то есть тут по тесакам у человека, да, не то что по там стрелковому оружию, у него чисто вот по холодному прям это жир просто. Также, ребят, кому интересно, будет ссылка в описании Дискорда. Там, ребят, куча интересных. Можно пообщаться, можно найти себе Тиму, можно найти себе клан. Поэтому, ребят, переходим по ссылке, обязательно подписываемся. Также, ребят, кто хочет поддержать канал, будут реквизиты тоже в описании. Так, ну, здесь, если честно, да, топорики эти, я их не особо люблю рассматривать, вот эти вот обычные, да. Пару симпатичных, да, как обычно есть, все остальное стоковое.
Ну, такие в ящиках можно. Вот это классно, да? Ледяной холод. А далее это можно в ящике выбить, я выбивал. Надо, кстати, тоже это посмотреть. Может, у меня тоже типа сейчас на рубрику есть. Но я шучу, конечно, нихера там нет. У меня там калаш, по-моему, дробовик топовый и все. Ну, из стрелкового. Так, такой топорик можно, опять же, напоминаю, выбить просто в ящике 288 купончиков с пистолетиком. Так, черный лед. Вот это уже сок, да, пошел у нас. Жирок, я бы так сказал. Так, ну следующий у нас будет тоже, опять же, из серии прянички. Медовый крит. Опять же, да, видимо, у человека, да, кстати, вот с медовым критом тоже хороший набор. Скорее всего, это тоже был боевой пропуск, либо еще что-то. Так, грезы Сакуры. Нож оттуда. И, по-моему, две УЗИшки тоже оттуда. Так, уличные граффити. Тоже вообще, смотрите. Вот это да. Вот опять же, да, такой топорик я еще не видел. А, эти синенькие, да, сейчас пойдут, они, соответственно, у нас с ящика. Можно в ящике выбить. Ну, сейчас посмотрим, может, у него еще что-то редкое есть. Но, в принципе, да, как бы есть и достойные, еще раз повторюсь, да, варианты как холодного оружия, так и стрелкового, что мы еще как бы вроде не видели. Но опять же, да, с этих там 45 тысяч, да, заявленных, сами понимаете, да, человек покупал и Battle Pass, да, что-то такое мелкое. Так, ну что, по холодному оружию мы закончили, да? Так. Ну, неплохие, да? Костюмчики. Вот этот что-то тоже, да? Ну, я не видел такой еще. Так, ну это обычный чувак в партаках. Вот это уже более, да, такое интересное что-то. О, вот, да. Я вот про вождя и волков и говорил, что, скорее всего, это был прям целый набор. Так, ну, кимоношка. Тоже такое, да? Боты бегают. О, пляжный вариант, да? Это, скорее всего, что-то летний какой-то был сезончик. Так, вот это мне тоже такой, да, мне нравится он, но, опять же, мне вот синенький. Если у него будет синий, то вообще с каждого по лайку. В любом случае, с каждого по лайку, ребят. Так, ну, это такое, да. Вот в этом, да, скине на одежду я ничего не вижу. Вот это уже, да, то есть лесной берсерк, вот это, да, смотрите, просто что-то напоминает из Fallout, не знаю, такое, типа, из Альянса, да, там. Так, ну это какой-то водяной типуля. Под водой может, наверное, долго находиться. Вот этот вот, да, скинчик тоже просто такой. Небесный владыка. Вот это мне очень нравится тоже. Ну, я быстренько пролистал и увидел этот непосредственно тоже скинчик. Так, ну что, шкафчики, шкафчик у нас один. А, я понял, что за шкаф. Так, шкафчик там у нас был один. А здесь, скорее всего, будет не очень много. Так, ну, таких ящиков. Полицейский стиль. Где-то я его недавно видел. Так, холодильничек, да, у нас такой тоже вкусняшка. Холодос вкусняшка. Так, вот этих шкафчиков, да, у него побольше. Три штуки я вижу. Так, такие мы видели, может, вот. О, вот такой, ребят, я не видел. Это что-то тоже, опять же, весенний что-то лис. Так, ну спальничков у них два штучки, да? Но, в принципе, мне этот больше нравится, реально, аккаунт, нежели два предыдущих. Но, допустим, у Вайта есть классный костюм синий, блин. Я говорю, зачем мне тот аккаунт нравится? Это вот за тот синий костюм. Это просто шедевр, маска такая, да, он вообще просто пушка, блин. Так, ну, я, кстати, обнаружил, да, вот там у него получается синенькая печурка, ее вообще купить можно опять же, за талончики вот эти с пистолетом. Так, ну тут у нас тоже, да, ничего такого. Это, по-моему, в прошлом сезоне, да, давали. Скинчик такой. Это просто за боевой пропуск. Так, вот здесь, вот, да, у нас получается два варианта. Акула
и царство грез. Симпатичненькие, симпатичненькие. Так, сишки. Это давали на халяву. Вот это тоже классный вариант. Кстати, если вы хотите за купончики купить, он вообще прям дорогой скин на сишку. Так, вот это симпатичный. Ну, такие, да? Желтенькие, зелененькие. В принципе, да, как бы больше интересные варианты скинов и непосредственно, да, на этот самый. На оружие, на холодное оружие, потому что там, ну, и на костюмы. На оружие прям там вообще были такие варианты. Блин, я реально еще не видел такого. Танго души. Так, ну это уже у нас турелечки пошли. Барби смерть. Почему, да, они все время вот эти вот... Скорее всего, это игра, да, что-нибудь там Корея, Китай, да, они, скорее всего, делают эту игру, обновляют и так далее. Почему у них у всех вот эти уклоны, как и в PUBG, да, куда-то в розовое, куда-то в женское, куда-то что-то. Ребят, дайте нормальных скинов людям. Так, ну смотрите, да, граффити, конечно, здесь помойка. Просто ужас. Смотрите, яички всякие, быки. Вот у меня реально, у меня только один скин. Самый первый, да, там, по-моему, я не помню, на какой день он дается. Когда ты только игру загрузил. Вот, на какой-то день там. Так, ну это у нас сейчас... О чем пропустил дуло? Ну ладно. Так, ну это варик взрыва, да? Счастливые нравы. Да, счастье. Взрывы приносят счастье. Где логика? Так, ну это вот нам на пушку, да, эффект дула. Красивые, красивые, да, варианты. У меня, допустим, вообще ни одного нету. Тут у человека, кстати, смотрите, нифига у него. Обычно, да, там 3, 2, 3 варианта. Здесь у него 6. Волшебник. Скорее всего... Где-то на что-то, на какой-то эффект он, скорее всего, задонатил. Так, ну тут у нас жесты, да? Типа я самый лучший. Вот. Не, ну мне кажется, ну с учетом, что, как он говорит, покупал, да, фурию эту там, что-то прям на нее столько бабок ввалил, вполне, вполне возможно, да, что человек 45 тысяч. Но опять же, ребят, человек мне скидывал в WhatsApp, да, прям скрины покупок с Google Play. Поэтому здесь как бы, там, допустим, человечек, да, за 11 тысяч, там еще можно как-то, да, что-то спросить с него. Здесь спроса ноль, потому что реально человек мне предоставил скрины все за все покупки. Поэтому, причем человек играет там, я, по-моему, если не ошибаюсь, с конца февраля, либо с начала марта. Так, вот яички, кстати, да, ребят, где их давали, что это за прикол, что за сезон, что с ними делать. Вот, фейерверк, кстати, у меня нет фейерверка. Так, мотоцикл, вертолетик, машинка, ну машинка, а нет, необычная. Я думал, я там тоже какую-то состряпал вариант, короче, просто смех и грех. Так, ну это у нас вот фурия. Как раз вот на вот эту, говорит, фурию он неплохо денег потратил. Это восьмикратный прицел, ребята. Ну вот, в принципе, вот такой вот у нас аккаунт. Может, сейчас еще что покажет интересного. Ребят, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, ребят, вы молодцы. Кто подписывается, вы тоже молодцы. Кто еще не подписан, ребятки, найду по IP. Все, давайте быстренько подписались и все. Потому что реально смотрит только до подписчиков 25%. Что вы, ребят, остальные делаете? Почему еще не прожали колокольчик и не подписались? Непонятно. Так, ну это рамочки. Вот. Поэтому давайте, ребят, обязательно комментарий пишем. Ставим лайк. Также, да, нашему Аскеру тоже. 85. Тоже ему ставим лайки. В принципе, на самом деле, неплохой жирный аккаунт. Сочный, да, есть много скинов, которые я еще не видел. Поэтому, ребят, если вам нравится рубрика, пишем комментарии, ставим лайки. И пока-пока.